Шимана всегда славилась своими шарами. То есть у них все втулки, да, делали на насыпных подшипниках, да, совершенно верно. И тут я вижу барабан на промподшипниках. Мы говорим про именно подшипники оси втулки. И как мы можем сейчас увидеть, на SLX нового поколения они также остались насыпными. При этом барабан и ранее использовал промподшипники. И в некоторых других узлах Шимана используют промподшипники. Собственно, разница именно в том, что во втулке при активной работе, особенно в горном велосипеде, когда идет очень активное управление велосипедом, работа насыпных подшипников под углом более оптимальна, нежели промподшипника. И Шимана оставила за собой эту конструкцию, как та, которая удобна для нее, надежно проверена, отработана и хорошо работает в соответствующих условиях эксплуатации. Плюс удобно для обслуживания.